Christmas. They're playing. Всем привет! Сегодня у нас 3 января, мы в Тахунсе, Черногории, а это значит что? Что у нас сезон тунца. Тунец ловится разный, и большой, и маленький, здесь вообще 4 вида тунца. В случае поимки большого тунца с ним все понятно, мы сделаем стейки, это как бы прекрасный вариант для тунца. Но вот если мы ловим мелкий тунец, здесь есть такой сорт тунца, называется малый тунец. Ну, это совсем как бы мелкий экземпляр, вот мы сегодня словили. Но они вообще не растут больше, чем 3 килограмма. Пробовали много разных рецептов, но все равно третий день он уже приедается, его уже не хочется есть. И вот однажды нам рассказали очень хитрый способ его приготовления. Настолько хитрый, что я вот хочу с вами поделиться. Итак, берем обычный тунец, мелкий. И его филирую. Нам нужно как бы отделить мясо от кости. И в этой тушке тоже ребра мы срезаем. Одно филе готово. Кстати, кости можно не выбрасывать, а с них сварить еще скрипта, сварить очень вкусный фиш-суп. Итак, мы сняли филе с тунца. Теперь нам надо задача его порезать очень тоненькими кусочками. Практически на макароны. Берем и так вот режем. Чем тоньше, тем лучше. Максимум там 3-4 миллиметра. Режем вот на такое вот кусочки филе и закидываем в мисочку. О, Андрюха, привет! О, привет, Виталий! Слушай, Виталий, открою тайну для всех, кто интересуется рыбалкой здесь, в Черногории. Вообще здесь рыба ловится? Да, рыба здесь ловится, но рыба трудовая на самом деле. То есть не так вот с кондачка побежал со спиннингом и словил рыбу, такого, к сожалению, не получается. Хотя, казалось бы, вот море, вот бери, лови. Нет, надо все-таки поупираться. Есть один только месяц в году, это октябрь, когда, да, ты пошел и словил тунца. Вот, вот котел тунца, вот это нет. А как ты будешь два вытягивать? Красава! Слушай, получше! Все остальное время это нужно уже знать какие-то секреты, нужно знать какое-то время, там приливы, отливы, там ветер. В октябре можно словить 20 тунцов за раз. А расскажи, что нужно, чтобы словить тунца? Я же не могу просто выйти с удочкой и из берега выловить тунца. На самом деле можно его ловить из берега. Чтобы словить тунца, выбирайте место, чтобы было максимально глубоко. На что ловить тунца? Ну вот из своего опыта 5-летнего, который здесь нахожусь, сейчас оптимально два варианта. Первое – это небольшие вот такие воблеры класса минул. Но проблема в том, что их, если ловить с берега, их трудно забросить в море, далеко от берега. Поэтому берется специальная так называемая спирулина. Это такой наливной поплавок, еще его называют, по-разному есть название. В общем, такая вот байда, которая вот она довольно тяжелая и просто такая вот кусок пластмассы, белая она бывает, прозрачная. К нему крепится на расстоянии 2 где-то метра, 1,5 метра, крепится вот этот, либо воблер ваш, который хотите далеко бросить, либо второй вариант – это силиконовая рыбка. Небольшая такая силиконовая рыбка. Вот все местные, которых я все знаю, именно локальные черногорцы, они ловят на вот эту вот маленькую силиконовую рыбку. Совсем ортодоксы местные, они вообще берут вот кусок, реально коктейльная трубочка, где-то 5-7 сантиметров, отрезают ее, ставят крючок и ловят. Просто белая трубочка, с ней торчит крючок. Все. Причем тройник торчит вот сзади, и все. Кусок лески и бомбарда, все. И это все работает. Сам добавляем 4 ложки соевого соуса. Да, это маринад. И самый главный компонент этого маринада, как бы ни странно это не звучало, я очень сам удивился, это яйцо. Так, вернемся к нашему рецепту. Мы забросили сюда соевый соус, 2 яйца и еще очень важный ингредиент, это немножечко добавляем крахмала. Тоже только ложечку с горочкой, даже 1,5. Вот, и все это перемешиваем.
Так, еще нам нужно будет перец. Чистим перец. Так, и нарезаем его такими полосочками. На что нет, замариновался, пока мы тут стояли, трындели. Прогрелось. Наливаем немножко маслица и отправляемся нашего тунца. Следующая хитрость, это надо положить не всего тунца, а ну где-то одну треть, наверное, может половина. То есть надо, чтобы он очень так не комком жарился, а по кусочками распределился и хорошо прожарился. Вот где-то одна треть от тунца мы здесь положим и прожарим. Ну что, вот все готово, идем пробовать. Как вкусненько. Ну да, это оно. Просто вот, Ну, вкусно. Я люблю азиатское. Кисло-сладенькое такое. Интересный вкус. Я не люблю, когда тунец пересушенный. А с ним часто эта проблема. То в данном случае, из-за того, что он был в соусе, он получился нежный. Класс. Ну вот, мы показали, как его приготовить. А если кто хочет его словить, то добро пожаловать к нам на рыбалку на тунца. Мы вам все покажем, расскажем. Надеюсь, словим.